Возвращение Крыма может и подождать. Бывший генсек НАТО предложил Киеву отказаться от мечты заполучить регион. По словам Расмуссена, не надо делать из этого неотложный приоритет. Сейчас Украине необходимо решать более насущные проблемы, провести, наконец, обещанные реформы и выполнить Минские соглашения. Сейчас бывший глава Североатлантического альянса трудится в команде Порошенко. Украинский президент назначил его своим внештатным советником в конце мая. Расмуссен не скрывает свою политическую ангажированность. Одна из главных его задач на новом посту – доносить приоритеты Запада до киевских властей. Официальные Брюссель и Вашингтон до сих пор не признали результаты референдума в Крыму. Два года назад почти 97% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Severe negative consequences for our relationship with the authorities and our...